В Алматинской области на конфискованные у коррупционеров деньги построили 8 школ. Благодаря этому в нескольких районах сократилось количество трехсменных учебных заведений. Эту работу местные власти обещают продолжить. В этом году в городе Конаеве заложат фундамент еще одного образовательного учреждения на 900 мест. Подробнее расскажут мои коллеги. Конфискованные у коррупционеров средства приходят в Республиканский фонд поддержки инфраструктуры образования. На эти деньги в 2024 году планируют построить школу на 900 мест в Конаеве. Место уже обозначено. А в следующем году обещают построить еще одну школу на 1200 учеников в пригороде областного центра. За 2 года здесь количество детей школьного возраста увеличилось. Поскольку город Конаев получил статус областного центра, в школах наблюдается нехватка мест. Их проектная мощность – 10 тысяч мест. Сегодня не хватает почти 2700. В прошлом году на деньги, которые коррупционеры получили незаконным путем, в Жамбылском, Карасайском и Ирийском районах построили 7 школ. В этом году на завершение остальных проектов фондом выделено дополнительно 450 миллионов тенге. В этом году у нас 2 объекта не завершено из 10, как я сказал уже. Это Тулеби, Имбекшказавский район, на 450 мест школа. И в Карасайском районе, в поселке Вымырзах, село Айтей, там школа на 900 мест строится. Четвертый квартал завершения, третий-четвертый квартал. За время работы в фонд уже поступило больше 150 миллиардов тенге. Деньги направлены на ремонт школ и интернатов по всей стране. С их помощью решают проблему аварийных учебных заведений. В прошлом году только в Алматинской области сдали в эксплуатацию 13 объектов образования на 15 тысяч мест. В ближайшие 2 года в рамках нацпроекта «Комфортная школа» построят 53 здания. Артем Грапов, Алмаз Садуакас, Саят Дусимбаев, Алматинская область, 24 КЗ.